Go в Outlast хочу поорать. Не-не-не-не-не-не-не. Я это закончу вот эту гейму и пойду спать. А то я и так хер уснул, блин, с этих нервиков. Надо будет расслабиться, сыграть партиечку в ХС-ку спокойно, тихонечко, с планшета в кроватке, под одеялком, спрятавшись от маньяков-убийцы, и спокойно сыграть, снова все просрать и лечь спать радостно. А я уже тут ходил, где сраный трэпдор? Он внутри карты, в середине, там это говно ходит страшное. Вон он ходит страшно, я знаю. Давай тащи, да я не могу тащить, не знаю, где трэпдор, не знаю. Птицы еще на меня смотрят. Что вы все вылупились? Скажите, куда идти мне? Ой-ой-ой-ой-ой. Прям вообще горю, 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 горю. Чуть не сгорел. Где-то он рядом. Он меня слышит, нет? Если он меня слышит, то мне пиздец. Ой, он меня слышит. Смотрите, он палит в землю. Он знает, что я тут. Он просто палит в землю. Видел твой фонарь, ты что, просто ушел? Скажи, где взять ключ? Братан. О. Знаешь, что я здесь, и он просто ждет. Потому что он пидор. Видите на этого пидора? Тоже меня слышит, но он не может понять нигде. Потому что у него вид от первого лица, а у меня вид от третьего лица. И мы просто сидим рядышком. Если бы я за нахождение рядом с Рипером получал бы очки, это было бы здорово, но я не могу. И снова привет, привет. Angry Cloud. Интересная игра, спасибо за стрим. Да, пожалуйста, друг, подписывайся там на канал, там группы, следи за анонсами и так далее, и так далее, и так далее. Будем играть завтра. Короче, я уже 100 раз это говорил. Если интересно, могу еще раз все повторить. Чего завтра, но это будет завтра. Мне на самом деле сейчас очень тяжело говорить нормально, потому что вот этот имбецил точно знает, что я тут. Я не знаю, короче, что делать. Если я побегу, он меня спалит. Если я не побегу, то мы... Короче, я усну на клавиатуру вот так просто, видимо. Вот эти ребята, которые умерли, они могли спектрить. Ну, смотрите, я уверен, что они это не сделали. А то бы... Че он ждет? Вот там трэплюк, что ли, он на нем стоит, я не понимаю, или че? Нет, там нет трэпа. Есть. Я не вижу, что. И не надоело так играть, алло, Василий. Ты можешь ливнишь уже? Ребят, что, мы будем так сидеть и ждать, пока мы проверим, у кого нервы крепче, у меня или у него, или побежим, попытаемся убежать от него. Давайте я дам право решить судьбу нашего. Потому что я-то могу долго так сидеть, как бы, у меня с выдержкой еще та, остальные яйца, все дела, правда, уже пальцы болит. У меня есть фонарь, но фонарь его не убьет, он просто его ослепит. Но это будет короткое, то есть он сразу отвернется и побежит за мной, и мне это даст там долю секунды, я не особо далеко смогу убежать, потому что вот видите, где мы тут, примерно конец карты и так далее, и так далее. Не делай так. Как так-то не делать? Апс. Беги, Форест. Сообщение удалено, сорян, там, я не знаю, что... Бежать, пока голосуют забежать. Использовать фонарь и бежать, да? Патрулить еще раз этого дурачка. Смотрите, яйца сдали у него, мои яйца крепче. Че он тут стоял? Нет трэпдора. Питер. Сраный трэпдор.
Я путаюсь в этой карте, я слишком много в ней бегал. Походу меня запалили, моя кончина может быть бесславной. Вот слышали, вот с этой стороны музыка тоже... Блять, как ты достал меня, говно? Вот с этой стороны музыка тоже заиграла. Видимо, трэпдор все-таки там, потому что в другой стороне она не играла. Хотя, может быть, их просто несколько, и она играет со всех сторон. Заметаем следы. Блять, хуёво я замёк следы. Может и нет. Может и да. А может и нет, а может и да. Блять, фидер. Всем по окну лезет говно. Говна, блять. Санина, хуй, вагина. Блять, я теперь еще раненый, я бегаю как инвалид, и у меня нет аптечки, чтобы полечиться, и вообще все очень плохо. Меня птицы палят, меня все палит, эта игра меня палит. Блять, капкан! Хули ты меня сюда принес, дебил? Он меня нахуй в последний момент хочет посадить или что? Или он хочет, чтобы я еще от него побегал? Да, нахуй в последний момент, так. Сука, я над ним издевался, и он надо мной поиздевался. Вот там. Там можно получить ключ. Просто переходите на последнюю страницу, на последнюю ссылку и получайте там ключ.